уже презентовали технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и то, что вы видите... Тогда он был президентом. Да, тогда он был президентом. Вот, и то, что вы презентовали тогда, и то, что мы видим сейчас, это сильно отличается? Далеко ли мы ушли вперед? Я хочу сказать, что это, сказать, что кардинально отличается, наверное, неправильно было бы, потому что общий подход понятен и очень верен, потому что он дает возможность сохранить себе экологию, то, о чем мы сегодня там все переживаем, тем не случайно президент Владимир Владимирович Путин следующий год объявил экологию. С другой стороны, он решает вопросу транспортных заторов, которые замучили уже всех, и не только, так сказать, в городах, но и даже в сельских муниципалитетах. А в-третьих, мы видим здесь уже такой по-настоящему инновационный подход, потому что мало того, что мы видим здесь уже совершенно другие скорости, но и видим о том, как уже композитные материалы участвуют. И то, что вот сейчас мне понравилось, вот, допустим, мы в Ульяновской области начинаем строительство первого ветропарка в Российской Федерации с этого года. И мне сейчас проинформировали о том, что ветрогенерация будет в том числе участвовать в этом проекте. И это внушает огромное уважение к вам, к вашей настойчивости, настырности. Да. И одновременно это вселяет уверенность о том, что в Российскую Федерацию эти все же технологии придут в ближайшее время. Да, будем надеяться и будем тоже идти вперед и строить SkyWay. Спасибо, удачи вам. Спасибо. В вашей компании. И вам тоже. Спасибо.